Здравствуйте, дорогие мои друзья, любители видеоигр, меня зовут Дмитрий, и это канал Broken Angel Play, и сегодня у нас наш недельный мозговой штурм. Сегодня мы посмотрим вот такую игру под названием Stealing the Diamond, кража алмаза. Насколько я понял, наш герой Генри пытается украсть этот красивый алмаз, который вот как блестит красиво, любым способом. Ну ладно, поможем ему. Во всем мы ему помогаем. Он получает победу. As the mayor, I hereby declare the Tunisian archaeological exhibit. Мы видим, как этот старикашка демонстрирует по телевизору диамант, а нашему Генри Стикману это как раз то, что нужно, потому что он хочет, возможно, продать этот алмаз за деньги. Итак, нам предлагают ворваться или тихо. Ну, давайте мы сделаем, как будто мы, ну, ниндзя тихони, иначе мы его сделаем ползком. Змеючкой. Так, нам предлагают сапоги на пружинах, антигравитационная, ну, шляпа. О, наш старый знакомый телепортатор. Это какой-то бластер, кирка и ликвидификатор. Ну, давайте мы посмотрим верхушку. Начнем из антигравитационной шляпы. О! Такую мне вещь бы на Pogo Fight, блин. Было бы классно. Так вот, нажав, и все. И спокойно летишь от этих, блин, которые пытаются тебя убить в Happy Wheels. Ну, давайте попробуем эти сапоги на пружинах. Ай! Почти! Сальтуха! И баба! Ти-ти-ти-ти-ти! Sweet flip, bro! Хороший флип... Сладкий флип, бро. Ну, ладно, тогда мы возьмем наш телепортатор. Думаю, он сделает нам очень хороший способ. А нет, молодец, телепортатор, а то я помню, ты нам столько надавал. Ты нам надавал столько проблем, что ж вообще не знал, брать ли тебя или нет. Итак, нам дают пенни, транквилизер, невидимую пилюлю или... Falcon Punch. Ну давайте мы посмотрим, что такое этот транквилизер. Ой-ой. Тихо, потом этот планч. Но сначала мы попробуем невидимую пилюлю. О. Ага, вижу, наш друг не ту сторону пошел. Ладно, но тогда... Планч! Именно, погнали. Фалкон панч! Ай, зашибись. На тебе. Только один человек достоин Falcon Punch. Punch! Да тихо ты, Punch, блин. Ладно, тогда попробуем пенни. Бросим монетку, этот охранник такой: о, наконец-то, зарплату прибавили. Пенни. А, это пенни. Да, это, конечно, пенни. Так, что нам предлагают? Портальную пушку. Какой-то типа крюк. Или просто упасть. Ну, давайте упадем. Ой-ё. Раненые, но еще и подняли сигнализацию. Хорошо. Тогда попробуем портал-ган. Оп. Пиу. О, как хорошо. О. Я не... А, ну да, это же пушка, которая... используется в такой игре, как есть, так называется, Portal. Там используешь эту пушку, стреляет этими двумя этими типа бластерами прохода, и ты там делаешь идешь туда, прыгаешь туда и так далее. Ну тогда возьмем вот это. Wire этот. О!
Да, скорее всего, это мне напоминает миссия невыполнима. Так, нам предлагают лазерный обломалку. Давай попробуем сначала лазерный. Опа, нас разбило. You get cut? You no bleed? Ну, попробуем хаммером. Хаммерфолл. О, хорош. Опа. А, эти картины даже можно целить. Хорошо. Так, нам предлагают... Так, предлагают на пушку, палку или... Сыр. Ну, давай сыр попробуем. Прям аппетита тебе, братан. Что? А, почему? Серьезно? Серьезнее не бывает. Ну ладно, давайте попробуем пушку. Алакаба! Ай, не попал. Ух ты, классно Зевса показали. И ты почти спас его. Почти. Ну ладно, попробуем палку. And after that, they just up and arrested him. Whoa, really? Yeah. О. Так, нам теперь... Ага, под или диамантом, или прыжком, или автомат. Ну, давайте я снэп-нэк. Пинь-динь-динь. А, мы получили какую-то хорошую медаль. I told you, man, I told you about stairs. Да, ты нас предупреждал. Ну, давайте попробуем автоматом. Господи, Генри, ты чё? Ты что, не знаешь, что вы такие худенькие, чем мы, люди? Вы худейшие существа. Господи, ладно, давайте прыжком. Та-ра-рам. А, понял. Ну тогда выходим бриллиантом. Ух ты. Везуха. Не, музыка просто замечательная. Давайте мы еще раз возьмем этот ползком. Не, ну сейчас как музыка замечательная. Так, ну давайте попробуем этот какой-то бластер или это, возможно, какой-то будет уменьшитель. А, мы уменьшили себя до размера карлика. Ха, ничего себе. Здорово, червячок. Напугал, зараза. Ладно, давайте попробуем этот ликвидификатор. Чих, кто он называется? Это фантастически легок в пользовании. Ладно, попробуем. О! Как раз зелень вырастет красиво. Ладно, попробуем кирка. Опа! О, не-не! О! Блин, только что был этот крипер, блин! Yeah, I don't really like this one. Please. Пожалуйста. Shut up. Заткнись. Just... Ну ладно, давайте попробуем. Посмотрите на его лицо, такие. Ладно, еще раз закладываем. Такой, лицо такое. Типа, чего? Use it to escape. And then I got fired. Pretty lame, huh? Yeah, I don't really like this one. Please, shut up. Действительно. Ну давайте бомбой. Хорошая реакция, хорошая. Да, это настоящий взрыв мозга. Я такой бросил, такой... И такой... И всё. Да. Опять эти бублю свою. Заткнись, пожалуйста. Ну давайте попробуем. Ё-моё, мне нравятся те охранники, ебу. Так, нам говорят либо туда, либо туда. Ну давайте попробуем туда. Там-тарам-тарам-там.
Пау! Да, спит наш охранник, ля-ля-ля. О, мы... О! Это Луиджи, мы знаем. Мы знаем героя Луиджи, это брат Марио. Второстепенная личность. Так, нам предлагают Метроида, какой-то типа лом, супер грипп и услышим сейчас судьбы призыв. И друг пока бежит, пусть трепещет стадион, играет чемпион. Ты сможешь все. Ага, ну этот вызывает Джоя, а мы кого вызываем? Пикачу, нет? Какой-то... Ох ты, ёшкин кот! Жмите этот, он чей этот раздал, бэм, всё! Дисконнект! Обалдеть! Ну, хорошо, что мы вспомнили наших любимых покемонов, хотя этот миссий, ну, какой-то неизвестный покемон, но это вообще не покемон, это какой-то вирус, честное слово. Ладно, давайте попробуем Метроид. Чего? Этот запускает, короче, этого Метроида, говорит туда, я такой и хм, все, съест. Давайте попробуем этот кроубар. Ого, ого, фига себе, столько этих крабов. Ну ладно, попробуем Марио. А, возможно, это эти вот картинки, которые мы видим. Они помогают нам, наверное, с подсказками. Ну ладно, попробуем. Если тут Луиджи, значит, выбираем супер грипп. Ух ты, птеродактиль полетел. Хопа, птера. Вот, этот наш собирает диамант и... какого черта? Мы ж гигантами были! О, хорош. Закрыли, да. Так, где-то в Мидвесте центр хаотических происшествий. Сэр? You might want to come look at this. Можете I'm зайти getting сюда? Chaos readings at 10.6. It's coming from the museum. Короче, этот they, говорит про какую-то проблему в музее. Yeah. I'm leaving this decision up to you, Corporal. Just hit one of those buttons to deal with this pressing situation. Who's watching TV? Get back to work! Значит, этот чувак, такой, типа, он крутой, нам говорит нажать на вот эти четыре кнопки, касающиеся этого происхождения, которое сейчас происходит в музее. Так, нам предлагают радиацию, как спутник, шестеренка и деление на ноль. Ну давай попробуем поделить на ноль. Ну мы все знаем, мы же великие математики, что на ноль делить нельзя. Да, 1337 разделить на ноль. А при чём тут 1337, я не понимаю. Ого, все так темно. Извини, я только что пошел. Это что? Где остальные? Ладно, давайте попробуем. Тогда... Радиация! Специальный агент. Кросс-клэйшн. Ёлки-палки. Это же... Ребята, это же не атомная электростанция. Вы чё? Это ж капец. Да, бедные люди. Ну, давай попробуем, что сделает этот... спутник. Ну-ка. Амахабаримо. Да, я помню. Я помню этого чудака, но не помню, как его зовут, этого, который такой с красными губами, такой и стреляет, такой и бросает так вот. Ладно, тогда попробуем шестеренку, вдруг что-то получится. Посмотрим, возможно, это просто какая-то. Хорош! Это что за черт такое? Вот это дьявол, ей-богу, блин. Ох ты, батя. Ай, ладно, наверное, спортина. Чёрт, чистый эпик, ей-богу, говорю, блин.
О, сломо! Жми! Жми, друган, давай! Я умоляю тебя, быстрее жми! Ого! Спасибо, робот! Мы тебя никогда не забудем! Ты получил ранг Эпик! Ну я ж говорил, это Эпик, настоящий Эпик! Ну, так как мы уже прошли ползком, давайте ворвемся как настоящие грабители! О, вау, вау, вау! Ого! Так. Ай! Понятно. Не то. Прыжок не то. Так что еще надо нажать? К. Ох ты, ёшкин кот! Ты чё? Ладно, давайте попробуем ворваться. О, какой-то гриб. We got a breach headed towards the medieval section. Мы что-то имеем, какие-то проблемы и так далее. Ай! Ладно, это попробуем. О! Опа! Хе-хе, get it! О, стоп. Мы не посмотрели, это. Мы не посмотрели меч. То есть не меч, а этот. Так, это возьмем. Ух ты, ё, как мы влетели. Давайте попробуем степ-бэк. Так, давай попробуем ланс. О, звезда на льду, ё-моё. Ау! Не успели нажать. Ай, ищ, блин, не то на 5. Сейчас... Посплыли. О, щит, отлично. На. Так, мы пробовали, типа, коробочку такую. Придется взять опять наш крюк. Давай. О, классно. Ёлки-палки. Опа! Звёздочка, как у GTA! Эй, хедшот, но не успели нажать! Так, камень быстрее, давай, камень быстрее, быстрее, быстрее! Камень! На! Нет, Джонни! Ёлки, как у GTA, точно! Так, щит, бабл! Нифига себе поворот! Ладно, бронированный футбит! Так, дальше! Поехали! Опа! Что случилось? Сэр, place your hands where I can see them! Ох ты, блин, ты чё, что было? Сэр! Place your hands right. Bribery is a federal offense, sir. Headshot, блин. Sir, place your hands where I can see. Не дам я вам себя убить. Не дам. Лучше я умру. Или нет? Чего? Наш диамант, наш бронежилет. Музыка просто замечательная. Извините, что я так натанцевался, блин, но честное слово, музыка просто замечательная, она замечательная. Итак, ребята, мы посмотрели здесь все возможные попытки, ну, правильные, неправильные, захвата, или можно сказать, кражи алмаза. Ну давайте я сейчас, возможно, еще раз найду какую-то игру про нашего героя, и мы посмотрим, что еще нас будет ждать с нашим героем Генри Стикманом, куда он попадет на этот раз. Ну вот, нашел я вот еще одну такую игру, она называется Flink the
The Complex. Спасение из опасной тюрьмы. Ну тут я не знаю, или я правильно беру, но на самом деле это побег из комплекса. Побег из комплекса, типа. Ну ладно, посмотрим. Hello, Henry. Привет, Генри. Welcome. Добро пожаловать. В тюрьму, типа. Some of the most cunning and notorious criminals are kept here. Мы здесь держим очень опасных преступников. Ты будешь здесь очень долгое время. Григорий, возьми его. You wait here until cell found. Ты подождешь здесь, пока мы не найдем тебе, типа... пока мы не найдем тебе новое место. Так, нам предлагают boost up, charge tackle, wait for transfer или play... А, это играть, сыграть мертвого. Так, что мы имеем здесь? Мы здесь уже имеем карту. Так, Transfer Cell 01. Ну, мы как раз здесь, так что мы не знаю, что возьмем, но давайте мы возьмем. Ну, я не знаю, какой из этих удачный. Давайте попробуем. Вдруг сыграть мертвого нам как-то поможет. Из Григорий. Это Григорий. You know new one, Henry. Вы знаете Генри? He's dead. Он умер. Yes. Put him with others. Что делать? Okay. Хорошо. Да, вот это классная мусорка у них. Ладно, теперь давайте попробуем boost up. Эй. Такой, короче, такой. Хорош, Генри, хорош. Так, ладно, мы освободились. Так, нам предлагают. Это что, опять вернуться? Или пойти так? Ну давайте мы вернемся. А, нет, это спасти нашего помощника, который нам помог наверх отправиться. Спасибо. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. Что тут делать? That's funny. А, это весело. Ого! Ну ладно, посмотрим. Так, Bones Brothers, Tail Guy, синхронизированное удушье какое-то, наверное. И... Ладно, давайте посмотрим этот дистрак, типа, отвлечь. Oh yeah, last night... Да нафиг нам, нафига нам тюрьма, нафига нам это побег, лучше просто потанцевать. Не, ну просто замечательно, так танцуют такие. Ладно, давайте Bones Brothers попробуем. Дружок, она для тебя, наверное, слишком тяжеловатая. Ладно, давайте сделаем маскировку. Oh yeah, last night I kept facing the same типа day. Такой, эй, ребята, пустите нас, пожалуйста. Эй, вы чё, мы один человек, вы чё? Ладно, давайте синхронизировать тогда. А, да, это удушье, удушье синхронизированное, правильно мы сказали. Ой, блин, Генри нас веселит по полному плану. Так, дзюдо прыжок, гравитор версия 2.0 или мощь? Ну, давайте мы попробуем гравитор, вдруг гравитор нам поможет. Не очень. Ладно, дзюдо прыжок. Ой. Нужно, девочка, вы должны не на... не... не так, как вы только что сделали, а наверх так вот, раз, и все. Ну, давайте тогда вот это. Вау. Это было что-то. Что-то. Какая еще капуста, слышь, мужик? Ладно, давайте мы посмотрим. Так, этот... это... А, это как-то это, хорошо. Ну тогда им и снайперку, а ей кроссбоу. Ух ты, ёлки. Давайте посмотрим в этом.
в музыкальном, этом медленном повторе. Медленном, так. Извините, просто так вот отвлекся немного. Ладно, давайте мы посмотрим. Ну тут говорят звуковой осторожность. Ну давайте попробуем. Во всем виноваты имитаторы. Мне первая музыка мне не понравилась, а вот которая, которая этого охранника появилась, такие трикутники, это честно как это, блин, мистика просто, это сверхъестественная мелодия, конечно. Ну ладно, давайте попробуем кроссбоу этой, а нашему Генри граната. Это что еще было? Ладно, давайте тогда гранаты Тайзи. Вау! Так может все заключенные только раз войти, так опа, опа, и все, и в воду прямо. А как одна песенка была. Раз, значит, два, значит, три на сковородочку. И я такая песня, я слышал один раз, и то она мне не очень понравилась. Ладно, давайте тайзер и снайперку. О, хорошее использование тайзера и снайперки. Не, это снайперка, это очень опасное оружие, всем известное. Так, тебя взяла шляпа этих охранников. Так, blend in, pass by, toss. Ну, я уверен, что pass by, blend in нам не очень помог, значит, тогда бросим. We'll regroup with that. There is convict here. Get down on ground. Так, нам предлагают адреналин, декни и ремейк сделать лицо. Ну давайте попробуем декни. You win. Perfect. Нифига себе. You win, but she is... you are winner, but she is dead. Ладно, давайте тогда адреналинчик и нахуй. Ну, здесь, можно сказать, практически получилось. Ну, только он не очень так. Ладно, сделать лицо тогда. What, you think that will upset me? Ты думаешь, это меня насмешит? Так, нам предлагают мотоцикл, грузовик или сюда. Ну, давайте попробуем мотоцикл. Well, it isn't that. There has not been an incident here in 50 years. And the day you show up, this happens. А, этот говорит, что он находится с ним очень долго, а ты встречаешься, типа... Довольно! Довольно, подруха. Ранг EA. Ладно, давайте вернемся. Давайте мы вернемся к нашей вентиляции и возьмем так. Элли будет помнить об этом. He has only like 10 health left. And he plays, the gates are open. And I'm like, look at how much I care. I don't care. Так, командная мелодия, что-то под, положить, бег или... Подушка-пердушка, нифига себе. Ладно, попробуем мелодию. Блин, жаль, мелодия не до конца, такая красивее. Ты ко все. Полям. Извини. А давайте попробуем что-то сюда положить. А? Знакомый, знакомый. Знакомый. О, знакомый, знакомый. Ну, все же знают, это же. Ну это же Skyrim, это же всем известное. Но наш герой смог показать запросто, как из мешка, типа, с тяжелыми вещами превратить хорошее одеяло для бомжа. Ладно, давайте побег. I ended up buffing up my guys and doing... Was that the convict? Это по заключению? Yeah, I think so. Да, я думаю. What are we supposed to do when someone что tries to escape again? I think shoot them. А, ah, yes, that sounds right. А, это хорошо. Ой, не очень.
Ну ладно. Попробую тогда душку-пердушку. I ended up buffing up my guys and... Oh, come on. Oh, are боже. You serious? Ты думаешь? It was totally you. You what? Don't you accuse me. Come on, just admit it. It wasn't me. Это не был... Это был не я. Так, нам предлагают долгий выстрел, пружина или силовой прыжок. Не знаю, конечно, что выбрать, но, возможно, я придумаю. Ну ладно, сейчас подумаю. Так, Ну что, ладно, давайте выберем. Так, ну давайте начнем из долгого выстрела. О! Взялись и... Давай! О! Почти! Ну, почти! Ладно, тогда попробуем пружина. Соник! Ну не очень. С нашего друга Соник не выйдет. Ладно, попробуем силовой прыжок. Все подумают, что тут хочет посрать, но не выйдет, нет. Это он не посрал, это он просто хотел сделать такой силовой прыжок. Так, шарик, кнопка или... резинка. Ну давай попробуем на резинке. Ай. Фиговато у тебя, Генри, подзвоночник. Слушай, друг, я советую тебе хорошенько позаниматься спортом. Так будет лучше. Ладно, давайте попробуем шарик. Такой дует, ёлки-палки. Ну честное слово, а? Ладно, посмотрим, что нам дальше дадут. Так, еле баланс или... Ну, это точно не поможет, это точно уверен. Ну, тогда баланс. Ну, понятно, что наш Генри это палка такая нарисованная. Так что, возьмем баланс. Так, сконцентрировался. Сконцентрировался, говорю. Я не могу, я сейчас умру от смеха. Ладно, давайте гели попробуем. Ой, блин. Ух ты! Я помню, есть такая рыба в мире. Она тоже такая, как-то что-то там или случилось, я не знаю, такая дувает, ну, надувается. Называется она рыба-ёж, типа рыба-ёж. Так, листок, коробка и шадозер. Ну давай попробуем шадозер. Шадозер. Будь тенью. Типа будь тенью или. О, отлично, такой бы нам тоже в Погуфате, только чтобы вот этой тучки не было, то будет хуже. О боже, почти спаслись. Ну давайте попробуем листок из Super Mario 3. Все, возможно, играли в Super Mario 3, и там как раз были трансформации Марио в разные эти животные или другие так. Ну давайте мы попробуем SS Annie, то круиз Святой Анны. О, хорош! Я знал, что это так будет. Хорош. Все, мы победили. Какого черта? Ты че, Юнга, Я тут капитан. Я твой капитан. I'm your captain. Listen to me. Just me. Get out, man. Извините, но мой английский. А давайте попробуем вот это вот. Someone just leave. Think of a Smith. Oh, yeah. Probably off to see his family. Второй наш ранг. Так, мы только что получили два ранга, один из них призрак. Так, мы попробуем boost up и play dead. Ну давайте попробуем подождем. Alright, let's go. Хорошо, пошли. Have a good time. Ну, так, хорошего мне. Так, нам предлагает наш старый знакомый телепортатор Sonic Pulse, лазерный... лазерку, короче. Посластим сначала. Или притвориться
заболевшим. Ну давайте попробуем сначала посластить, так сказать. Хорошо, что мы ничего не крадем, а спокойно сидим. Ну давайте пока поем. Давайте я пока поем. Ай, ёлки! Жаль, что сладость не помогла нам сделать лучше такую, типа, мощь, такой кулак, такой качком, так быть, например. Ну давайте притворимся. Да-да-да, именно таким. Мне плохо, помогите. Привет. Что? Тебе не нравится твой новый друг? Конечно, не нравится, вы чё? Ладно, давайте мы возьмем телепортатор. Дай бог, чтобы он нас не отправил в полицейский участок. Там, где не милиционеры. Come on now, brothers. Ого! Нас отправило в другой планету, возможно, еще и другое измерение. Обязательно, GG Nore. Ладно, давайте попробуем лазерный план. Я поехал. Ого, класс. Так, нам предлагают позвонить либо туда, либо... Чарли! Чарли, зараза! Чарли! Господи, это же мой друг Чарли! Это же мой сам любимчик! Здорово, брателло! Как успехи, а? Ой, елки-палки, я рад, что... Actually, I'm pretty close. Я рядом, I'm on a mission, but actually have some time to swing by. Try to get outside and I'll войди в найди какой-то выход, чтобы я мог тебя встретить. Hey. Да, это было неожиданно увидеть своего любимчика Чарли. Так, нам предлагают земля или пузырчатый щит или флэш? А давайте бабл щит. О! Вау! Как раз мы спаслись. Это еще кто? Ладно, давайте попробуем силу земли. О! Какой-то аватар! Ладно, попробуем. Ай! Ай! Потрачено! Ладно, но было неплохо. Давайте тогда флэш. Куда мы собрались? What? Чего? Hey, so, wall. Oh, you're outside? Nice. Я вижу тебя. Да, я думаю... Да, я думаю, я вижу тебя, да. Ты в этом... I got this. Yeah, it'll be just like the old times. Да. Чарли! Пожалуйста, Чарли, выручай. I got the perfect plan. Чарли, ты всегда в своем репертуаре. Ладно, давайте постреляй этого охранника. Got him. Попал. Wait. На самом деле, дружественный огонь включен. Ладно, давайте попробуем. Ну давайте еще раз попробуем Чарли. Чарли, боже, давайте, ладно, не будем уже одно и то же нажимать. Давайте мини-вертолетик попробуем. There you go. Hey, I'm seeing a helipad up here. Be a pretty good place to get picked up. Once I get close, though, they'll probably raise the alarm. Ну, давайте мы лучше будем выбирать уже эти. I'm coming in, get ready. Давайте мы лучше возьмем настоящие, ну, одно провальное и одно удачное. Давайте пойдем. Step off the edge. Wait, was that the plan? Man, we really should have coordinated that better. I mean, I was not prepared at all. Это что, это был час плана? Надо было проверить координаты, я к этому был не готов. Ладно, давайте тогда атакуем. Возьми его! Ох! Дабл тим, двойная команда. Я смотрю за тобой.
интернациональный оперативник. Просто зашибись. Ладно, еще давайте посмотрим. Вот это что-то у нас... Ну, честно говоря, я не хочу на этих смотреть, которые вот это вот в шляпе. Тогда давайте мы возьмем... Тогда остается нам только одно. Чардж Тейкл. Давай. О, но, но. О, нет. Так, что нам предлагать? Так, ага. Блин, не нажать. Не успели нажать. Ну, как всегда, ёпки. Так, давайте... О, спидшут. О, Sonic is number one, Sonic. Блин, почти. Ну, надо, чтобы еще кулаки были мощнее. Давайте акробатика. О, there's three front wheels, you can stand. Нормально, молодец. My room is prepared to climb. Что? Nine. Стоп. Давайте, вещь. Слой Каспер, погнали дальше. Босс, да. Где он? Sir, I got a message. Yes, sir, у меня есть сообщение. Yeah, it looks like Henry Stickman. Stickman. Yeah, Henry Stickman has escaped. А, он убежал. Still there? Все еще здесь? Внимание. Мы имеем сбежавшего заключенного. Ну ладно, давайте посмотрим. Так, боксера мы брать не будем. Танки, то нам не поможет. Ну давайте посмотрим. Вдруг что-то... Мы найдем какое-то секретное оружие вот в этом здании. Вот. Видите, это, стрелочка куда отправляет? Давайте посмотрим. Здравствуй. Ну все же знают этого героя. Это же этот Фредди из ФНАФа. Блин, я вот играл практически все части, только первую посмотрел. Ну, честно сказать, мне понравилась только первая. Потому что первую мне очень так вот страшно. Вот второй, третий, четвертый, там такой кошмар вообще. Я вам не советую играть, не советую. Только играйте первую часть, там лучше. Я вам советую. Только там надо хорошая логика. Ладно, возьмем меченосца. Карлов против Генри. О, One Crystal Key. Кио. Ну, критический удар. He's up there somewhere. We cannot let him get through. Oh, nice that. Так. Ну, давайте замаскируемся, типа мы какой-то... Снеговик убегает! Я не могу! Эти охранники такой... Этот говорит, этот подходит такой и говорит Frosty is escaping! Блин, снеговик убегает. Ладно, давайте попробуем... сэндвич поедим на прощание. О, ух ты! One punch! One, two, three, опа! Слышь, ты чё? Ты должен уже упасть! Такой... Это вообще какой-то идиотизм, блин. Этот наш Генри, он его много раз ударил, а этот выжил. Как это? Он что, бессмертный, что ли? А давайте попробуем его заменить. Пока, ребята. До свидания. Вот и грузовика. Так, не нажали. Извините, что я тогда танцевал, просто музыка такая зажигательная, такая типа. Ну, вроде бы, что у меня нет шанса. Так, давайте... Стоп, нет! Нет, это невозможно. Ну ладно. Где Сэм? Пока. Ой-о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 й
you're the first person to escape the wall. Так, ну это я уверен, что это не поможет. We've got two options here, Henry. You stay in there. Airbag тоже. Сдаться тоже. Ну тогда мы не будем ничего брать. Извините, ребята. Ну если кто хочет, может привезти все. Well, that's just too bad. Alright, everyone back to work. I will not forget about this. Ага, этот усач говорит, чтобы все возвращались на к работе, он этого не забудет. Но наш Генри, он бессмертный, бессмертный. Нашего Генри никто не остановит. Он может остановить только самого
себя и больше никого. Так. Так, мы вроде все взяли, да? А, нет, ну ладно, давайте, чтобы... А давайте попробуем, что сделают нам вот эти вот пацаны с шляпами. О, музыка ничего. Yes, hello. Henry? Henry? Where are you? Где ты? In the complex. Complex, yeah. Yes, of course, sir. We'll be right there. Мы будем там. Sit tight, I'll let you know when we're close. И два часа спустя. Where exactly are you? Где ты на самом деле? Cafeteria. Cafeteria. Okay, got the map here. Да, как, короче, этот говорит, что, как мы можем ему помочь. С помощью, ну, это, я могу сказать, что это не подойдет, потому что эти могут его засечь. Давайте попробуем, что это такое, этот нейротоксин. Мне не кажется, что это такое плохое, на самом деле. Зашибись. Слышь, Генри, а чё ты не... Вот увидел гранату, сразу такой, раз, закрыл. А потом увидел, все нормально и можешь бежать. Ну, а давайте попробуем дрелью. Бежи к воздушной... Так, нам, говоря, поможет вас... Или опять резинка, или... Стикрайт или магнит. Ну, попробуем магнитом. Нифига себе, магнит. Ладно, давайте попробуем вот это. Это же наш супер турбо мото. Это было... Но я не хочу... Уничтожив тебя... I just wanted to look you in the eyes as I took it all back. Goodbye. Ах ты ж подлец! Я чувствовал, что здесь был какой-то подвох. Это говорит, это было близко, но я не хочу тебя спасать. Когда я с тобой покончу, я могу вернуться, я могу быть капитаном этого топа клана. А потом что-то говорит, это все, он хочет что-то все вернуть, это все, а потом говорит, прощай, и наш герой падает. Так, что мы имеем? Мы получили всего 38 повреждений. Ну, конечно. Мы же два раза использовали один и тот же способ подняться наверх с помощью нашего кого? Конечно же, Чарли. Ладно, ребята, давайте мы на этом с вами закончим. Вот мы прошли вот все, возможно, части игр про Генри Стикмана. Возможно, я найду еще какие-то игры про Генри Стикмана, или просто в таком мире, типа, нарисованном. Ну, короче, посмотрю. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, предлагайте, конечно, другие игры. Я буду рад увидеть эти игры. И, возможно, мы, когда будем их смотреть, мы будем смеяться, веселиться, ну и смотреть то, что, возможно, будет практически невозможным. Ну ладно, с вами был Дмитрий, канал Broken Angel Play. Всем до встречи и всем пока!